Так, ребятки, сегодня 19 апреля, и погода нас порадовала своим последним снегом, надеюсь, последним в этом году. У меня 4 птицы мои летают в вольерчике, уже освоились. Утром навалил снег, первым делом я пошел смотреть кормушки. Они тут сами себе кормушку разрыли. Все, что им надо, достали, поели. В общем, чувствуют себя отлично. Конечно, для съемок не знаю, как сегодня погода. Ну, в общем, сейчас сниму, так сказать, жизнь моих питомцев изнутри. Thank you.
Место.